Ребят, всем привет, вы на канале Smile Freddy, я сегодня в виде червячочка, и это Roblox, ребята, и мы с вами, значит, играем вот за такого маленького червячка. О, кого-то, я думал, кого-то уничтожили, оказывается, нет, ребята, сегодня мы с вами постараемся стать самыми большими червячками и, конечно же, доминировать на этом сервере. Перед просмотром обязательно ставьте лайки, ребята, подписывайтесь на канал, а я... Ну, начинаю все, конечно, вот таким вот образом, понемножечку, помаленечку. Смотрите, ребят, мы с вами уже достаточно неплохо увеличились, но это еще не самый максимум, который я хочу. О, девочка какая-то, здорово. Оба-на, ребята, мы с вами сделали First Blood. И давайте попробуем сейчас кого-нибудь дальше уничтожить. Управление здесь достаточно сложненькое. Смотрите, смотрите, смотрите. Это Аленка не хочет с нами драться. Ну окей, сильно подставляться не будем. Посмотрите, какой гигантище тут есть. Офигеть, так, надо бы как-то вот так вот уйти от них, от всех. Потому что что-то. Опа-на, гигант умер, ребята. Офигеть, так, я подбираю. Давай, вот это все подбираем. Так, отстань от меня. Я, пожалуй, остатки хочу подобрать, но нет, не... О, еще один уничтожен. Уничтожен. Блин, подобрала все, смотри какой. Я тоже такой маленький был, ребят. А теперь я стал одним из самых больших вообще на сервере. Офигеть. Слушайте, окей. Мы с вами вот так вот давай... я могу, интересно, ускоряться, ребят? Не, ускоряться что-то... Я могу тормозить. Я могу ускоряться. Ага, все понятно, ребят. Я хоть и чуть-чуть, но могу сделать ускорение. Прикольно. Так, давайте мы вот так вот сейчас будем все подбирать. Оу, что произошло? Карта резко поменялась, офигеть. Так, ладно, ребята, смотрите. Я какой здоровенный-то. Так, надо бы вон того съесть, Попкэт. Ты отстань от меня. Смотри, он решил, значит, это, меня покушать, да? Но не получилось. Так, давайте мы вот сюда идем. Я хочу вот это вот Попкэта. С Попкэтом хочу сразиться. Мало ли, вдруг мы сейчас сможем ее уничтожить. Давайте посмотрим. Надо бы... А чё вы делаете, чуваки? Отвалите. Я вас вот так сейчас... Оп-оп-оп, здорово. Ай-яй-яй-яй, смотри, он пытается меня, здоровяка уничтожить, офигеть. Отвалите. Ого, они успели. О, одного уничтожили, а я двоих сразу уничтожил. Ребята, я какой здоровенный. Я еще одного уничтожил. И еще одного. Офигеть, что я творю-то, а? Вы заметили, ребят, как я четко... Так, у меня 290 размер. Я не самый большой пока что. Надо вот эту девчоночку вот так вот в круг взять. О, все, не выйдешь отсюда. Не выйдешь, ребят, смотрите, она в ловушке. Я ее уничтожил. Слушайте, прикольно сделали в Роблоксе. 3D-шный такой, да, Ягар Ио. Так, давайте мы с вами вот эту Попкэт все-таки, может быть, уничтожим, а? Так, ну, я тут свои делаю, приемчики. Давайте мы вот сюда сейчас, блин, как-нибудь, она супер длинная. Надо бы вот с этими сначала. О, кого-то сожрали, точнее, не сожрали, а кого-то поймали в ловушечку. Вон там, смотри, сколько много народу, надо бы нам туда идти. Во, Попкэт идет, давай, иди сюда, Попкэт, мы сейчас с тобой разберемся. О, у этого вообще Wi-Fi был выключен. О, это что это? О, 15 еды. Неплохо. 359 размер у меня, ребят. Но это, конечно, не максимум и не самый крутой результат на этом сервере, ребят. Давайте мы вот так вот, оп. Сейчас попробуем вот эту вот Попкэт поймать. А, не, нифига, смотри, она дальше ушла. О, вот Аленка большая какая, смотри, она длинная. Она вообще длиннющая, ребята, обалдеть. О, тут у нас есть вот такой вот подарочек, да. Ой, опять карта поменялась, так пугает она. Когда меняется. Вот Аленку надо нам с вами как-то в ловушечку-то поймать. Аленка, иди сюда. Иди сюда, Аленка. Не хочет она в ловушку нашу попадаться. Ну ладно, не хочешь, как хочешь. Значит, мы будем вести охоту на Попкэта и на остальных. Смотрите, ребят, она просто здесь крутится. Главное вот на таких маленьких не нарваться, да, случайно вообще. А то будет не очень хорошо.
Ну ладно, погнали дальше, ребята. Слушайте, у меня еще ни одного фейла нет. И это моя первая игра. И так, тихо, отвали. Смотри, какой дерзкий, какой маленький. Смотри, что делает, а? Ничего, вон там Аленка, получается, с кем-то сражает. Ну, сейчас надо как-нибудь их это уничтожить, да? Аленка, кстати, длиннее меня немножко. Ого, нифига, смотрите, какой-то я смайлик какой-то сделал. Вон, Аленка, смотрите, вокруг себя катается. И ей нормально. Давай, Аленка, рядышком со мной побудь-ка. Ой, она кого-то уничтожила. Давай. А, смотри, она еще ускоряется. Давай, вот так вот. Смотри, что делаем. Я ее сейчас попробую загнать в угол. Но не получится, ребят. Скорее всего, не получится загнать ее в угол. Она, смотри, еще ускоряется. И вот так, давай. Да, ребята, у меня получилось это сделать. И сейчас этот чувак, еще, смотрите, отъестся. Благодаря мне. Сейчас я его попробую завтыкать. Сейчас ты у меня попадешь в ловушку. Все, ты у меня в ловушке, парень. Смотри, если он успеет вот здесь вот через эту пройти, то, в принципе, он будет не в ловушке. А так, до сих пор ты, парень, в ловушке. Смотрите, ребята. Я его просто-напросто сделал в ловушку. Я сделал для него ловушку, парень. Сейчас все будет меньше и меньше, смотрите, ребят, расстояние. И ты не сможешь ничего здесь сделать. Смотри, какая ловушка, ребята, вообще, не позавидуешь ему. Главное, мне его сейчас не задеть, ребят. Если я его задену, то я могу просто зафейлиться. И получается, тогда он съест меня. Я, кстати, на втором месте, ребята. У Попкэта, офигеть, 877. Ну, он так и будет сейчас крутиться, в принципе. На то и расчет, ребят, смотрите. Он будет сейчас крутиться вокруг себя. Я тоже буду крутиться. Нет, ребят, все, он уничтожился. Он сдался, потому что понимал, что ничего здесь у него его не ждет. И, ребята, я потихонечку догоняю Попкэта. Вон Попкэт ходит. Надо бы сейчас с кем-нибудь еще сразиться. Смотрите, какой я длинный. Это 678 размер у меня. И я, ребята, кстати, не донатил сюда вообще. Это получается мы с вами... О, Аленку, которую я, ребят, все-таки загнал в ловушку. Она, ребята, начинает с нуля, да? Ну, Аленка, смотри, идет и хочет отомстить мне. Не на... Либо она меня откармливает, либо что, ребят, я не понимаю, смотрите. Она просто убилась об меня. Так, надо вот это... Где он? Попкэт, ребят. Вон он, Попкэт. Надо как-то ее попробовать уничтожить. Вот Аленка опять, ребят, смотрите. Аленка, отстань. Я хочу с Попкэтом сразиться. Вон, смотрите. И вокруг меня сейчас собираются много народу. У нее почти уже 1000 у Попкэта. Так, ладно. Мы не расстраиваемся. Сейчас попробуем все-таки загнать этого Попкэта в угол. Попкэт, давай иди сюда, мы с тобой сейчас попробуем расправиться. Надо каким-то образом в ловушку ее загнать. Но я не знаю, получится или нет, ребят, поэтому давайте будем пытаться. Пытаться аккуратно, не торопясь, загонять ее в ловушку. Ребята, я наконец-то добрался до нее, смотрите, два самых здоровенных червяка этого сервера. Иди сюда. Вот так вот, сейчас смотри. Сейчас будем вот так вот загонять ее, чтобы она каталась только по краю. Сейчас мы тебя загоним в угол. И ничего, ща. Вот давай быстрее. Главное, чтобы она быстрее шла уже. Черт, ребята, этот хвостик ее напрягает. Так, давай, убирай свой вот этот хвостик. Все, ребята, мы сейчас будем потихонечку, смотрите, загонять ее в уголок. Иди сюда, дальше не иди никуда. А, она хотела это... Ускорение врубить, да? Смотрите, ребят. О, она в ловушке. Почти в ловушке. Черт. Ой, карта поменялась еще. Но она почти в ловушке была, ребят. Поэтому нам надо как-то за ней идти. Смотрите, капец. Так, ну она пошла снова туда. Но там ждет ее ловушка. Поэтому, ребята, я пойду вот отсюда. Я сейчас пойду вот с этой стороны, смотрите. С той стороны ждет ее ловушка. Вон, видите, зелененького. Сейчас мы будем вот здесь устраивать другую ловушку. Ну, надеюсь, я здесь протиснусь как-нибудь. Да, ребят, я протиснулся. Вроде бы.
Да-да-да, смотрите, все нормально, все хорошо. У нее уже тысячный размер, офигеть, ребят. Смотрите, она пытается кого-то все-таки уничтожить. В смысле? У меня минус 17 длины, потому что я прикоснулся к бортику. Что это такое только что было, я не понял. Тома какая-то съела? Подожди, давай, есть! Есть, ребята, я уничтожил ее, и я сейчас стану больше. Я сейчас стану больше поп-кэта. Офигеть, ребята, давай, вот так кушаем. Надеюсь, я все это сам съем. Плюс 15 еды, ребята, я сейчас буду самым большим на этом сервере. Сейчас будет у нас финальная битва против поп-кэта, ребята. Обалдеть, вы посмотрите на мой размер. 1113, смотри, мы разделяем. О, ничего себе, ты какой шустряк-то, а? Это мое все. Я тебе дам сейчас. Уйди отсюда. Нет, серьезно? Ребята, капец. Оживляет мою змею. Я оживился. Но, походу, ребята, я... 1156 длина у меня будет или нет? Смотрите, у меня три пончика. Ничего. Да, ребята, я воскрес. 1156 у меня. А кто меня уничтожил, ребят? Вы запомнили? Тихо. Тут у нас страшная битва вообще. Смотрите, что происходит. Сколько сейчас гигантов вообще на сервере. Ой, аккуратненько надо, ребята. Где? Который меня съел? Так, отстань. Отстаньте все. Надо вот этого поп-кэта, ребят. Я, кстати, первый опять на сервере. Ой, меня кто-то врезался. Вот он! Вот этот меня сожрал! Да! Он опять меня уничтожил, ребята. Вот он. И теперь его уничтожили. Ну, слушайте, прикольная игра. Если она вам понравилась, ребята, обязательно ставьте лайк, и мы в нее еще поиграем. Не забывайте, конечно же, писать об этом в комментариях. Всем, ребят, пока-пока.